Трамп: РФ потратила много денег на борьбу со мной. Американский лидер отрицает сговор с Россией во время предвыборной гонки. Президент США Дональд Трамп заявил, что не вступал в сговор с Россией, и Москва потратила много денег на борьбу с ним в ходе предвыборной кампании. Американский лидер дал ответ на вопрос журналистов о ходе расследования по российскому вмешательству в президентские выборы, которые проводятся спецпрокурором Робертом Мюллером. «Мы работаем с ним, с Мюллером Ред. У нас ситуация очень необычная, между нами и Россией не было сговора. На самом деле, наоборот, Россия потратила много денег на борьбу со мной», — подчеркнул Трамп. Напомним, по поводу вмешательства РФ в президентские выборы США расследование ведет ФБР и несколько комитетов в Конгрессе, а в мае 2017 года был назначен спецсоветник для расследования связей Трампа с Россией. Ранее президент США заявил, что мнение демократов о его сговоре с Россией унизительно для США. По материалам сайта Newsgroup.com.